Как я выгляжу? Как настоящий плохой парень. Для твоего задания идеально. Макаров будет наградой. Макаров не добыча. Скорее бешеный пес, убивающий направо и налево. Помни легенду. Это залог твоего выживания. Это отряд 141. Добро пожаловать в ряды лучших бойцов планеты. Благодарю, сэр. Когда я вижу остальных? Они на задании. Цель — модуль автоматической системы контроля в тылу врага. По колено в воде? Я бы сказал, на жестоком холоде. Перекур окончен. Пошли. Оставайся здесь, следи за мной и жди сигнала. Порядок, лед крепкий. За мной! Удачи, приятель. До встречи на той стороне. Держись! Не отпускай! Проверь датчик сердцебиения. Сейчас ты должен меня видеть. Я синяя точка. Все неизвестные объекты будут показаны белыми точками. Роуч, эти клоуны даже не подозревают, что мы здесь. Давай потихонечку. Твой тот, что слева. На счет три. Раз, два, три. Отлично. План тот же. На счет три. Раз, два, три. Это что, мне одному всю работу делать?
Надвигается буран. Разделимся. Я возьму тепловизор и буду наблюдать за обстановкой с холма. А ты иди на базу под прикрытием бурана. В такой метели охрана тебя не увидит, пока ты не подойдешь вплотную. И следи за датчиком сердцебиения. Удачи. Кто взял мой бутерброд на столе со складом? Ты знаешь, кто ты? Верни обратно, ублюдок! У нас посторонний. Поднимайте тревогу. Охрана что-то нашла. Прячься. Они тебя заметили. Прячься. СМИ-5-1. Нужна авиация. Срочно. Цель — трехэтажное здание к северу от теплицы. Справа. Кто взял мой? Охрана что-то нашла. Прячься. Майор Петров, пройдите на КДБ. Майор Петров, пройдите на КДБ. Есть. Я перехватил их переговоры. Двигайся на юго-восток и заложи взрывчатку на заправочной станции. Если что-то пойдет не так, переходим к плану «Б». Машина, прячься. Встречаемся за ангарами. Юго-западу от взлетно-посадочной.
Пейзажами любуемся. Пошли. Найди наверху модуль автоматической системы контроля. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Говорит майор Петров! Заходить с поднятыми руками! У вас 5 секунд, чтобы сдаться! Роуч, переходи 5. К плану Б. 4! Прижмись к стене и жди! Укрываемся за мигами и идем через предангарную площадку на юго-восток! За мной, быстро! Вертолеты уже в пути, 30 минут! Беги вниз, я тебя прикрою! Прикройте меня!
Уверен, мы под обстрелом, но почти у цели. Ждите! Быстрее! Вперед! Мы под обстрелом, но почти у цели! Ждите!